Привет! Многие задают вопросы о том, как правильно подобрать одежду для своей собачки и, соответственно, измерить ее. Для того, чтобы правильно измерить любимого барбоса, необходимо руководствоваться тремя основными правилами. Первое. Собачку нужно измерять всегда в положении стоя, а потому вашему барбосу придется немножко постоять. Второе. Старайтесь измерять самые широкие места. И последнее правило. Если снятые вами мерки находятся между показателями двух размеров, отдайте предпочтение большему. А теперь приступим к замерам. И нам понадобится собачка, ручка, сантиметр и бумага. Чтобы правильно подобрать размер одежды, необходимо снять три самые главные мерки у собаки – обхват шеи, груди и длину спинки. Обхват шеи измеряется довольно легко. Достаточно просто измерить самую широкую часть шеи или же измерить ошейник любимчика или любимицы. Теперь измеряем обхват грудной клетки. Она находится сразу за передними лапками. Кстати, для того, чтобы одежда не сковывала движений и не доставляла дискомфорт питомцу, рекомендуют к полученному результату добавить еще несколько сантиметров. Могу сказать только одно – это может быть довольно-таки чревато, ведь одежда на собачке будет попросту висеть. Уже сталкивалась с таким. И последний замер – длина спины. Самое главное, чтобы во время снятия этой мерки ваш питомец стоял ровно. Если собачка будет сидеть, лежать или наклонит голову, то длина изменится. Измеряем длину от места, где шея соединяется со спиной, по позвоночнику до начала роста хвоста. Не забываем записывать замеры. Ну а теперь можно приступать к выбору одежды. Если вы хотите, чтобы мы вам рассказали еще что-то интересненькое, пишите в комментариях. Пока!